Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы, Всадники Олуха. И у меня пошли обломы за обломом. Ребят, во-первых, сегодня черепашек-ниндзя не будет. Хотя я их снимал, я бустанул сегодня до Лиги Мастеров. Почти две звезды допрыгал. Начинал запись прямо с отката. Я, то есть, начал записывать, да? Где-то 5 минут до обновления было. И мы пошли, и я быстро бустанул. Но дело в том, что у меня три монитора, и запись пошла почему-то с третьего монитора, ребята. А там у меня просто рабочий стол. В общем, я записал рабочий стол и голос. Все. Я очень сильно расстроился, и тут облом. Я же думал, что возьму сундук, возьму яйцо, которое было доступно, да, в феврале месяце. И ничего не успел, а уже март. Все, ребят, получаю вот 1,5 миллиона древесины. Я очень сильно расстроен. У меня нет слов, ребят. Так, ладно. Давай с тобой откроем яйцо вот это вот. Так, это у нас туманная напасть. Эксклюзив. Разместить места нет, поэтому он сразу летит. Так, тут отказаться. Летит сразу же к нам в копилочку. Здесь мы с тобой открываем пак. Бесплатный. Так, монетки Одина. И начинку мне, пожалуйста, покажите. Что у нас тут? Шепот смерти, чудовище, прихвостень. Ну и пошли ресурсы. Окей, все это забрали, употребили. Давай еще один пак откроем с тобой. Монеты Одина. Ну давай. Ну а здесь обычно ресурсы нам одни подкидывают. Но они тоже мне нужны, так что лишними не будут. Так, давай найдем с тобой письма любви. Осталось 25 дней. Надеюсь, с этим меня не бросят, не киданут. Так, ну что, Громгильда, давай-ка мы тебя отправим дальше на поиски приключений. И будешь у нас гонки бесплатно. Так, Кривоклык, у тебя что? Ага, у тебя все срослось. Ну давай, что ты мне подкинешь? Янтарь-ка всегда свой тусклый. Или руны? Ну, смотри-ка, он мне дал 10 рун. Отлично, ребята, это очень хорошо. Отправляем его дальше. Так, что у нас тут получается? Ну, тут ясно, что выпадет мне тусклый янтарь. Конечно, хотелось бы сумку получить, но видишь. Забираем 52 штуки. Так, ну что, Барсик. Вау. 12 рун, ну конечно же 12. Нет, чтобы 350, да? Не тут-то было. Ладно, этих мы с тобой отправили. Тут что у нас с тобой? Давай глянем. 20 тысяч древесины. Яйцо. Слушай, давай мы, наверное, ее с тобой прокачаем. Пускай она идет, в конце концов, прокачивается. 75 рун здесь с тобой забрали. В события, кстати, у нас есть. Да почему же нету, ребята? Почему нету... Новая версия уже вышла. Залетай на форум, чтобы узнать подробности. Да нету там никаких, ребята, новостей. Я уже тебе говорил, что я заходил. Так, нам еще остается 3 денька подождать, и мы получим с тобой... Ну, шикарные тут будут бонусы. С этим не поспоришь. Что у нас тут у зеленой смерти? Давай посмотрим. Кораллы и 100 тусклого янтаря. Так, ладно, пускай он идет дальше на свои поиски. Значит, у нас получается опять арена. Просто арена. Нет, я вот специально, ребята, сейчас вот поиграем с вами. Специально еще раз зайду в Google Play и посмотрю. Ну, я уже заходил, никаких обновлений там не было. Так, Ветрокрыл. Какой он уровень получил у меня? 31-й, маленький еще, маленький. Так, а здесь-то у нас кто прокачался? Ага, Громобой. Ребята, надо нам его дальше прокачивать. Ага, разместите. Ну что же, пускай летит. Погоди-ка. Блин, его нужно разместить на Олухе. Для того, чтобы отправить. Ну что ж, давай тогда уберем. 60-й уровень получил.
А кого убрать? Кого мы с тобой не используем? Да тут дофига, если честно, кто не используется у нас. Любого можно убирать. Вот эти, например, просто так вот. Пускай идут в ангар. Ты тоже иди в ангар. Цыпа, в принципе, тоже у нас с тобой не участвует нигде. Так, теперь, значит, надо выставить нам. Заходим в ангар. Берем громобоя. И размещаем его. Теперь отправляем к Валке на обучение. 5 лямов плотим. Пускай летит. Так, этот 60 уровня. Ближайший у нас кто с тобой тоже 60 уровня. Надо нам... Сколько там еще, чтобы быть точнее? Еще троих надо. Еще троих. Опа, ну-ка посмотрим, что нам. Мне кажется, я уже знаю, что нам достанется. 1000 тусклого янтаря. Да-да-да-да, именно на нем остановится. Специально что-то так сбоку. Так, Беззубик, а ты не хочешь у меня пойти? Чего не хватает? Подожди, я просмотрел. 20... А, так это ерунда. Древесина-то у меня есть, сейчас заберем с тобой. Вот. Теперь-то ты пойдешь? Полетел, елки-палки, сломя голову. А с другой стороны, зачем я так сделал, ребята? Взял и отправил его учиться, когда мог кого-нибудь другого поставить. Например, того же самого Кривета. Пускай летит тоже. Все, ребята, академка у меня забита по полной программе. Мы можем, конечно, с тобой попробовать накопить 2500 рун. В принципе, это не так уж и много, и долго. Наверное, мы этим и займемся. Так, давай заберем с тобой здесь все бонусы, которые у нас есть. В основном это тусклый янтарь, цветочки Фреи. Угу, еще цветочки. Еженедельная молчит. По наездникам тоже пока все тихо. Ну что, у нас получается только лишь арена сегодня будет доступна. Так, обмен. Можно две? Можно. 8 часов. Кстати, зайдем с тобой к Меняли. Давай глянем, что он тут нам предлагает. Вот это я возьму. А остальное, в принципе, мне не нужно. Здесь завершить за 7500. Это бред полный. Тем более, этот чувак у меня есть, болтун. А здесь нам не хватает лопатки, не хватает четок. Ну, ты понимаешь, что этого я сейчас не смогу тебе никак добыть. В основном рыба, да, только лишь. Конечно, хотелось бы новое какое-то испытание. Неужели за это время ничего не появилось? Ладно, пошли на арену. Я говорю, ребята, одни обломы. С черепашками обломался. Мало того, что я попал в лигу мастеров с первой заходки, да? С буста. Я еще прошел полностью испытание Мания Майки. Не хватило мне немножко силенок пройти последнюю битву. Но я думаю, что мы переиграем. Все-таки Майки Космос мне нужен, как ни крути. Ну что, ребята, мы с вами идем на арену. Барс, Кривоклык и Стальной Капкан у меня в пати. И мы с тобой... Сейчас нам покажут, против кого. Водорез, Сарделька и Ветрокрыл. Поехали. Так, два зеленых, да, значит, у нас тут. Ветрокрыл — это опасный чувачок. Так, ну ты-то куда лезешь? Ты посмотри... Ох, ё! Фига он звезданул, ребята. А чё так мощно-то? Очень мощно, ребята, звезданул. Он, конечно, погибнет. 100% у нас стальной капкан. Вот этот сейчас его ушатает своим плевком. На тебе за это. Теперь нам нужно с тобой уничтожать как можно быстрее Ветрокрыла. Иначе, ребята, иначе будет трындец. Он сделает свой... А, подожди. Все?
Все, я спокоен. Я спокоен. Теперь он ничего нам не сделает. Но тут сарделька выпендривается. Секешь? Так. Ветрокрыл, делай свой суперудар, пожалуйста. Ну, есть. Давай, загоняй в сон сардельку. О, он его убил. А мы убиваем его. Все, ребят. Первый бой прошел нормально. Стальной кулак только потеряли. О, и редкий пак. Замечательно. Ну, а тут у нас, смотри, Хофер 14 уровня. А, 13 он. Слушай, ну тогда все нормально. Вот единственное, что, конечно, Костолом 14 уровня плюс красный. Все валят стальной капкан. Абсолютно все, ребята. Вот они прям вот, не знаешь, хлебом не корми, дай им побомбить. Я вот заметил, сейчас, наверное, уничтожат мне. А, вот как ты сделал. А мы тогда вот так вот. Как тут лучше, наверное, вот так сделать. Понизим атаку ему. Ай, добьют. Они его боятся очень сильно, я смотрю. Вообще, вот как только появляется, они его все атакуют. Но он хорош по атаке. Он, ребята, смотри, какое нам дает преимущество. Обалденное. Ну что, мы этого сейчас уничтожим с тобой? Прекрасно. То есть я пока оставляю в команде стальной кулак. Он меня устраивает. Я уже по запаре стальной капкан стал называть стальным кулаком. С чего вдруг? Не знаю. Здесь тоже командочка подобралась еще та. Смотри, кревет, костолом. Лаварык промахнулся, и это хорошо. Ай-яй-яй, начинается, а? Начинается вот бзики у них. 14 уровень, уже не меньше, ребята. Меньших противников уже даже ожидать не стоит, поверь мне. Так, промахнись. Нет, он попал, а этот добьет. Подхалим. Ну, мы тогда так сделаем с тобой. И начнем громобоя. Мне нравится, что мы понижаем скорость им. Это, конечно, хорошо. Слушай, он не стал почему-то делать суперудар свой. Хотя мог бы. Ну все, Лаврык, ты наш. Мы сейчас тебя быстренько тут нашинкуем. Поехали. Прекрасно. Еще два хода у нас. Первый. И... второй. Ну все, он наш. Ничего он здесь уже не сделает. Мы его запрессуем. А, вот он что. Решил поставить защиту. То есть ты хочешь выйти на ничью? Я думаю, что ты не успеешь, парень. Не должен он успеть. Все, готов, хлопец. Ну что, победушка? А здесь у нас два синих. Шипорез тут еще есть. Ё-моё. Тысячу лет его не видел. Вот я тебе говорю, они все сразу же начинают именно стальной капкан бомбить. Надо же, этот решил немножко изменить тактику, да? Поехали. Как же он бомбит классно, а? Уклонение. Ну, синие, ребята, понятное дело, они еще имеют уворотливость. Это класс все-таки хитрецов. Нам, наверное, лучше вот так сделать. Так будет лучше, я думаю, да? Ага, этот бомбит. Этот бомбит красного моего кривоклыка. Но мы сейчас ушатаем. Наверное, я лучше сделаю вот так. А здесь вот так. Нормуль. Ну что ты, что ты, что ты там? Добить его надо, ребята. Все. Изи. Вот он, первый наш пак вожде 6-й арены. Ужасное чудовище, шепот смерти, древоруб и громель. Громорок, барс и вепрь. Погнали за вторым паком. Смотрим. Две зелени дают. Блин, плохо. Причем там костолом, да? И ветрокрыл. Ладно. Ох ты, ё-моё. Ну, естественно, они сейчас будут уничтожать меня... По идее, кривоклыка должны бомбануть.
Ну, не знаю, не знаю. Сейчас попробуем мы шипореза вначале с тобой бомбануть. Главное этому не позволять. Так, не знаю, ребята, рискую очень сильно. Да ладно, неужели они все-таки сохранили для него? Нет, этот все-таки решил. В кого? Кривоклык, ну понятно почему. А я не успею. Или успею, подожди. Давай вот так вот, наверное, понизим. У него и так, в принципе, атака не очень сильная, но... чтоб не выпендривался. Так, сейчас он что? Атакует. Мы его кусаем. Костолом. Пока ничего не сделает. Влупить, что ли, а? Давай так, наверное, сделаем с тобой. Добьем. А этот добьет, скорее всего, мне кривоклык, скорее всего, он уничтожит. Да, он с разбегу сейчас его. Хотя, подожди, замедляшка, ребята, начала работать, и он просто пропустил два раза свой ход. Шикарно. Давай-ка мы с тобой посмотрим кое-что. Громорог, могу ли? Нет, не могу. Тебя, по-моему, шторморез тоже не могу улучшить, да? 51 уровень необходим. Тоже 51 уровень. Вы издеваетесь, честно, да? То есть даже ему нужен 50... А, 24-й. Громобой, ну а ты? Вот. Пошло дело, ребята. Какой он у меня уровень? Так, 11-й. 11-й разряд. Блин, ну это мало. Это мало. Престиголов 24-й. Вострозуб тоже 24-й. А ты? Та же песня. Кстати, смотри, у него довольно много этих жетонов. Он бы получил, наверное, как минимум 13-й разряд. Ну да. Давно не выпадали карточки на беззубика, ребят. Очень давно. То есть, ну получается, мне пока некого заменить. Ну, в принципе, если честно, стальной кулак меня устраивает по всем параметрам. Как бы и команда, в принципе, у нас неплохая. Так, ё-моё. Душитель здесь, а ты посмотри, затесался. Мелкий пройдоха. Наверное, будем его убирать отсюда, с поля. Как мы его долго, а, и медленно бомбим. Если я сделаю так, а я сделаю. Все равно он какой-то жив... Ох, ё, прилетело-то мне. Вот и доигрались мы, да? Вот и доигрались мы. Душитель больше не сходит. Так, значит, сейчас этот будет ходить. Потом мы... Кого тут нам кусануть-то? Ну, давай вот этого, наверное. Сейчас что-то будет плохое. Уничтожит, наверное, пристеголового. Угу. А у нас с тобой только один вариант, знаешь какой? Брать под контрольку. И надеяться, что он сделает свой суперудар и пропишет ему люлей. Ну, хотя бы так. Хотя бы так. Кусаем. Это специально, ребят, я делаю, чтобы его потом бомбануть, добить. А этот хиляется. Есть, все, мы добиваем. Ну что же, главное сноровка и хитрость, ребята. Все, победушка за нами, двигаемся далее. Так, здесь у нас две синих. Блин, он еще 16 уровня, плюс шипорез тут же. Ну естественно, что он может еще сделать? Блин, мне его придется, наверное, очень долго разбирать. А он вот так вот, почему переключился сюда, я не знаю, ребят. С чем это связано? Такая неприязнь у него. А ну-ка. На-ка. Плюс замедление. Уничтожаем. Так, здесь нужно понизить атаку. Наверное, вот здесь. Так, ну что он там придумает? Понятно все с тобой. А этот? Как он хочет добить, а? Он прям вот... не знаю, ребята, руки у него чешутся, чтобы уничтожить мне кривоклыка. Но он, наверное, не успеет.
прекрасная победа. Все выжили, и это хорошо. Ох, ё-моё, ты посмотри, у нас тут и шепот смерти, и шипорез. И это два самых таких противных дракона. Раньше я боялся кого? Громобоя, да, и кревета. Теперь вот эти вот тут зачастили. У них очень плохие суператаки. Ну, как сказать, плохие. Естественно, если бы они были бы у меня, это были бы хорошие атаки. Так как это противник, у него очень лютый для меня. Давай и так сделай, Нена. Этот делает немоту. Плюс хаос наводит. Так, шипореза больше не будет. Это радует меня. Так, ты успокойся, парень. А этот сейчас масуху... А, нет, все, ребят, ничего не будет. Уничтожит кривоклык. Мы дальше его вот так вот. Ё-моё, я думал, добью. Хотя... Стальной капкан, наверное, это сделает с удовольствием, да? Конечно. Слава богу, мы с тобой промахиваться не можем, потому что у нас изваяние есть. И все наши атаки 100% проходят. Ну вот и поквазья. Как-то быстро мы до него добежали, если честно. Громобой. Престиголов. Злобный змеевик. Беззубик. Только говорил, что на него не дают. И далее. Ёлки-палки. Скалотряс чемпион. Готов, ребят, прокачаться. Ну, хоть какая-то приятная новость. Давай улучшать. Слушай, ну разряд 9. 9. Да. Был бы хотя бы 11. 9 это вообще, ребят, ни о чем. Серьезно тебе говорю. Его любой будет бомбить. Причем на изи. Так, ну что, мы здесь, по-моему, все с собой посмотрели, да? Ага, четки. Вот они мне нужны. И вроде бы как все. Остается только лишь отправить наших ребят на добычу. Пускай идут, собирают ресурсы. В плане, погоди-ка, я не понял. Я его куда отправил-то? Вернись. Ну ты, парень, даешь. Я же хотел тебя в приключения отправить. А он у меня уже ресурсы там собирает вовсю. События. Так, болтун, это понятно. Сумрачный шквал. Да? Слушай, а, кстати, сколько у нас цветочков? Давай-ка глянем, пока есть время. 6, ну почти, ребята, 6500, да? Блин, возьмем весночеса когда-нибудь с тобой. Приобретем все-таки. Должны же успеть. Время сколько? 31 день. Еще месяц, ребята, у нас впереди. Я уже, правда, на работу выйду к этому времени. Блин, вот нам нужно с тобой прокачать драконов. Еще 3, по-моему, да? Или сколько? Да, еще 3. До 60 уровня. И мы с тобой из Зал Света уже до 12 уровня прокачаем. А там уже, как вы писали, будем добывать металл, который очень тяжело добывается. Я так понимаю, он нужен будет нам для прокачки дальше драконов. Ну а на этом пока будем закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.